Всем привет, мои хорошие! Хочу вас пригласить на вебинар, который состоится 5 числа, 5 февраля в 12 часов по московскому времени. Первый вебинар у нас с вами будет по технике стрижки линия. Мы с вами начинаем, как я уже говорила в предыдущем видео, будем разбирать с вами техники. Что значит техники? Техники у нас существуют линия, техники у нас существуют слои и градуировки. Конечно же, все эти техники еще имеют геометрии, их три, как вы помните. Все мы с вами будем обязательно разбирать, что это такое. Значит, на первом нашем вебинаре техники линия я вас научу не только стричь, да, в правильной геометрии эту линию. Ну и, конечно же, я вас познакомлю и расскажу вам и объясню, чем же все-таки отличаются у нас эти техники от наших форм. Да? По классической школе мы с вами знаем 4 формы. Это у нас с вами массивная, прогрессивная, градуированная и равномерная. Так вот, я вам, конечно же, подробно расскажу, прямо сразу же на нашем первом вебинаре, чем отличаются от техник, чем отличаются эти формы. Дальше, что еще у нас будет по плану? По плану. Дальше мы все знаем с вами, что у нас как бы стрижки строятся на индивидуальных особенностях нашего клиента, клиентки. Поэтому я вас научу определять точки, по которым вы будете строить правильные проборы, да, по которым у нас с вами и будет строиться наша геометрия стрижки. Потому что каждый человек индивидуален, и, соответственно, вот эти линии, по которым мы с вами работаем, это называются рабочие проборы, они у каждого человека будут свои. Поэтому и форма стрижки, она будет выглядеть по-разному на каждом. То есть у каждого стрижка будет индивидуальная. Вы, наверное, слышали, что, и помните, раньше очень модное было такое слово, как умные стрижки. Так вот, это основывается на наших индивидуальных особенностях. То есть на наших точках, которые я вам тоже покажу. Дальше, что еще мы с вами будем делать? Ну, конечно же, я вам расскажу, как правильно держать руки, как стоять, как клиент должен держать голову и почему, да. Ну, наверное, еще я вам как бонус расскажу про точки челки. Вы тоже много раз уже меня спрашивали о том, как строить челку, на каких ориентирах, какие ориентиры есть. Об этом я вам тоже расскажу. На первом вебинаре мы, конечно же, немного поговорим о слоях, но более конкретно слои – это уже, конечно, другая тема. Вам для начала нужно обязательно понять, что такое линия, линия в геометрии, да? Потому что линия – это база, это вообще основа всех стрижек. То есть без линии, без вот этой техники линии, мы не можем с вами подстричь ни одну стрижку. То есть это наша основа. Поэтому я вас еще раз приглашаю на вебинар, и мы вместе с вами научимся строить эту линию. Ну и что еще могу, наверное, сказать? На вебинаре, ну, те, кто был, я всегда предлагаю какие-то интересные уроки, тоже будут как бы с приятной скидкой. Ну, такие как колористика, стрижки. Поэтому вы тоже можете очень выгодно как бы их приобрести, если на то у вас есть желание. Так что вы приходите. Ссылку я вам оставляю под видео для регистрации. Приходите, и будем с вами работать. И поверьте мне, это будет интересно. И так как у нас с вами это будет прямой эфир, вы всегда можете задать мне вопросы, на которые я сразу же и отвечу.
Еще главное забыла вам сказать, напомнить, те, кто все-таки планирует со мной пройти офлайн встречу, встретиться со мной и позаниматься техниками, пожалуйста, мне пишите отдельно, потому что я набираю не больше 8 человек в группу. Больше у меня не поместится, потому что студия маленькая. Так что вы мне пишите, мы отдельно с вами свяжемся. Я вас всех жду. Всем пока-пока. До встречи.